Смешарики. Выпуск третий. Смеш ТВ. Всем привет, приветики, канал Айка ТВ. С вами Павел. И мистер Кис. Ребята, мы продолжаем играть в игру Смешарики журнал. Сегодня у нас на обзоре Смеш ТВ. Итак, мистер Кис, давай приступим. Давай, Павел. Переворачивай страницу. Перевернем. Нажми на номер интересующего тебя раздела, чтобы перейти к нему. Или листай журнал по порядку. Давай по порядку, как всегда, мистер Кис. Хорошо. Первая глава. Красивости Нюши. Нюша решила, что будет работать на телевидении, когда вырастет. Тогда Лосяш предложил ей камеру, чтобы не ждать долго. Решено, когда вырасту, пойду на телевидение работать, передачи разные снимать. Зачем же ждать? Сейчас я дам вам камеру. Да? Да. Вот это да. Как ты думал, Павел? Пока Лосяш ищет камеру, пройди за него игру. Проведи робота через лабиринт так, робота? Чтобы он собрал все монетки, но два раза по одному месту не проходи. Ты понял, мистер Да, Кис? Два раза по одному месту нельзя, я понял. По одному и тому же самому месту. И собрать месту. Все монетки. Давай, рисуй путь по лабиринту до первой, вот первая монетка. Угу. Наверх, наверное, да. Секундочку, вот вторая монетка. Линии не должна пересекаться. Да, я понял. И два раза мы не можем проходить по этому пути. Да. Хорошо, обязательно. Я все учту. Вот так вот. Так, отлично. Пойдем дальше. Ну. Угу. И еще одна монетка и к выходу. Да, все правильно. Я понял. Смотри, как у тебя получается. Что-то хорошо, мистер Кис. Это просто, ты Павел. Просто мастер. Ну да. Ходьбы по лабиринту. Ничего сложного. Отлично. Для начала Лосяш предложил Нюше потренироваться и снять передачу про него. Ты тоже можешь снять свою передачу. Для этого подойдет обычный телефон с камерой. Попроси родителей, чтобы они показали, как он работает. Мистер Кис, да. Потом понятно? Снимай да, на здоровье. Я понял. Я Надо понял, попросить что... родителей или взрослых, чтобы тебе помогли разобраться с камерой, с фотоаппаратом. Хорошо. Нюша сняла передачу про Лосяша, но некоторые кадры получились неудачными. Выбери лучший кадр. Нам нужно выбрать лучший кадр, мистер Кис. Ой, верхний, левый. Какой ты считаешь? Лучший. Да. Этот? Нет, а неправильно. А нижний? Вот нижний, давай попробуем, Мне да? Мне кажется, он самый лучший. Да? Так, держать. Молодец. Стиходумы Бараша? Бараш сочинил стихи и хочет, чтобы Нюша сняла про него новость. Однако Нюша считает, что новости – это что-то новое и необычное. Нюша, а сними про меня новость. Я стихи сочинил. Да разве это новость? Стихи ты каждый день сочиняешь. Чтобы не пропустить новости, надо быть внимательным. Потренируйся, перетащи фрагменты на свои места. Вот это да. Так, афиша. Понятно. Мистер Кис, давай фрагменты Цирком. Перенесем, которые относятся к картинкам на картинке. Реклама торты. Такой каламбурчик. Отлично. Обезьянку на крышу. На крышу? А, левой, да, вот. С правой стороны крыша. Это какие-то футбольные фанаты. Болельщики. И ворона, которую утащила. Свисток. Золотой свисток. Ой, какая она плохая. Отлично. Мы выполнили это мини-задание, мини-игру. Ага. Оказывается, у Бараши необычные стихи. Помоги Нюше их понять. Каждое слово Бараш написал задом наперед и слова в строке расставил в обратном порядке. Так ведь у меня необычные стихи, послушай. Ого! Так, мистер Кис, вот давайте это помогу. Настоящая новость. Галка по небу Снимаю. Летит. Палка. Палка по реке плывет. Про это пишу. Пишут. Стихи! Про это пишу стих. Стихи! Просто я бараш-поэт. Вот ну так да. Вот. Понятно, смешно мистер получилось, как он немножко. Закодировал свои слова. Ага. Ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Айка ТВ. Будьте в курсе новых серий Смешарики журнал. Снять вещи, которые он привез из разных стран. Я знаю, что надо снимать. Сними вещи, которые я из разных Сними стран разные привез. Вещи, которые я привез из разных стран. Ну да. Ищи головоломку и узнай,
из каких стран эти вещи? Катана из Японии. Вот, впереди фотографии точно из Италии. Тут подсказка. А катана из Японии. Катана из Японии. Да. Правильный мистер Кис. Бамбук из Китая. Да. Китай. Анаконда. Сомбреро из Мексики. Из Бразилии. А сомбреро из Мексики. Ну да. Мексика пиши. Мексика. Хика. Анаконда это такая большая змея. Понятно. Она из Бразилии, да. Бразилии. Похвально. Бразилия, да. Правильно. Бразилия. Да-да. Лия. Ой, это далеко. Это Южная Америка. Ой. Нюше скучно снимать вещи. И Каркарыч предложил снять передачу про ковбоев. Про ковбоев, мистер Кис. Это классно. Ничего себе. Это очень интересно. И вещи снимать скучно. Давай тогда передачу про ковбоев снимем. Соедини точки, чтобы увидеть, как проходили съемки. Мистер Кис, просто соединяй от 1 до 14 подряд. Я понял, Павел. Все числительные в одну линию, вернее, соединяя одной линией. Да-да-да-да, ой, какие линии. Ковбои. Смешные. Да, вот это да. Новости Кроша. Новости Кроша. Крош хочет снять про себя спортивную передачу. Только не придумает, как держать камеру, если лапы спортом заняты. А Нюша догадалась. А я хочу спортивную передачу снять про себя. Но как камеру держать? Лапы-то спортом заняты будут. А голова тебе на что? От тряски некоторые кадры у Кроша получились черно-белыми. Черно-белыми от тряски? Нам надо их раскрасить. Давай раскрашивай, как твои душе угоды, как тебе нравится. Хорошо. Небо, ну, давай, голубым. Траву или будешь небо раскрасывать? Небо. Небо синим. Голубое. Красивое. Ну, пускай будет так-то. Земля зеленая. Там трава. Ну, трава зеленым. Это футбольное да. поле. Штанишки красным можно сделать. Ну как скажешь. Мячик ну, да, желтым. Мячик желтый. Ага. Облака будем красить? Ну и достаточно. Все. Отлично. Зеленые пускай будут облака. Хе-хе, такие смешные. Перелистывай наш журнал на следующую страничку. Давай посмотрим, что там. Вау. Посмотри, о каких видах спорта Крош снял свои ролики. Перетащи название вот видов да. спорта вот на нужные картины. Первое, похоже на скалолазание. Хорошо. Потом бокс. И с правой стороны велосипед. Велоспорт. Ну, да. Хорошо. Все очень просто. Здорово, Павел. Огород Копатыча. Огород Копатыча. Нюша хочет снять рекламу про новое удобрение Копатыча, но ей понадобятся тыквы. Нюша, а сними-ка передачу про мое удобрение, я его сам изобрел. Реклама? Мистер Кис, да надо запросто. Помочь Копатычу. Но мне нужны тыквы. Следующая страница журнала, мистер Хорошо. Кис. Хорошо. Помоги Нюше найти в теплице 6 тыков. 6 Одну тыков. Она выберет для съемки. Раз. И она выберет какую-то для съемок. Два. Ну да. Три. Два. Три. Четыре. Четыре. Пять. Пять. А шестая. Вот это? Нет. Да нет, мистер Кис, она прям перед тобой. Смотри. Господи, мне совсем. Ты не заметил. Слепой. Ну бывает такое. А здесь что? Ой. Расставь картинки по порядку какая-то и угадай, сказка. На какую сказка? Сказку похожа реклама Нюши. Мистер Кис, это сказка про Золушку. Я тебе подсказываю. Расставляй Ой, давай. Это что-то сложно. Вот самая верхняя картинка. Однажды это первая? Нюша убиралась дома. И к ней пришла... Кто мысль. Это? Фея какая-то волшебная. Да нет, это мысль, что она стала принцессой. Она захотела... стать принцессой. Ну да. Так, ну дальше-то. Нет, не эта картинка. Тут пришла фея, подарила ей платье. Наверное, вот эта картинка, да. А, да. Потом они... Пришла фея и стал ей помогать. Нет, это нет, не подходит. Нет. Вот это да. Им нужна карета. Потом с тыквой была история, когда... И помогла сделать Золушке. И из тыквы сделала большую тыкву. Из тыкву карету. С помощью своего волшебного удобрения. Продолжения нету, по-моему. Ну, это не главное. Там тыква выросла.
Самое главное, что мы правильно все расставили. На этой картин, большой карете. Картинки, которые у нас есть. Ну вот и все, мистер Киш. Наш обзор смешарика журнала подошел к концу. Всем пока, ребята. До скорых встреч. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Айка ТВ. Пока-пока. Увидимся, мистер, ребята. Киш. Пока. Поставьте мне лайк. Life is still a mystery.